Полярная ночь. Долгие месяцы без солнца и тепла. В декабре единственным источником света на небосклоне становится северное сияние. Его холодные лучи не могут пробиться сквозь толстую кромку льда. Подводное зазеркалье вымирает. И только с возвращением солнца у жизни появляется шанс. Планктон начинает цвести, на него появляются маленькие рачки, на них появляются гнойники и медузы. И за один месяц море из безжизненной пустыни превращается в бурлящий котел, в котором плавают сотни, тысячи, миллионы разных организмов. Все это циклично, и все это завязано на солнце, на полярный день, на ледовую шапку. И это делает мир Белого моря уникальным абсолютно. Морской биолог Александр Семенов наблюдает за уникальной экосистемой уже почти 15 лет. Сегодня ученый и профессиональный фотограф возглавляет водолазную службу Беломорской биостанции МГУ. Вместе со своей командой Александр почти ежедневно погружается в этот поразительный мир. Я влюбился в Белое море с первого раза. Для меня подводный мир – это как космос со своими пришельцами, которые у нас вот под ногами. Нам не надо никуда летать. Нужно надеть акваланг, скинуться в воду, и все, и ты в другом мире. И вокруг тебя настоящие инопланетяне.